где так больно и боязно происходит с тобой. Вот лежишь ты на полочке, поезд плавно качает, проводница приносит чай. Боже, как хороша скульница и рёвочки, скоро всё ты узнаешь. Что ж, получается, все ушло, не воротишь, и теперь остается жить, как огарку свечи. Нет уж лучше, пусть мается, сердце скоро попросишь, новый лучший лавстой. Будет так, снова дома ждут, в будний день на рассвете. Ты войдешь в город утренний, скажешь здравствуй, родной. Люди близкие тут живут, письмецо без ответа, в нем на самом деле.